Горячо приветствовать, продолжаем снимать обзоры на еду, напитки и питание. И сегодня у нас Макзавтрак, вкусная точка, двойной маффин. Вот такой вот замечательный маффин с яйцом и свининой. А продается он только во вкусной точке во время завтрака, то есть до 10 утра. А вот стоит он 235 рублей, что в общем недорого. Давайте посмотрим составчик, как он выглядит, и будем дегустировать. Погнали. Итак, давайте ознакомимся. Двойной маффин с яйцом и свиной котлетой во вкусная точка. А продается он только на завтраке до 10 утра. 220 грамм маффин, однако тут написано, что он стоит 165 рублей. На самом деле он вышел в 205 рублей в Москве. Двойной маффин с яйцом и свиной котлетой, нежная горячая булочка с яйцом, двумя аппетитными котлетами из свинины, двумя ломтиками сыра чеддер. Ну, как-то вот так. Состоит он из следующего. Булочка английский маффин, две котлеты свиные со специей, масло сливочное, плавленый сыр чеддер, яйцо куриное. Вот. По калорийности здесь 128 килокалорий, 40 грамм жиров, 28 грамм углей, 38 грамм белков. То есть, в принципе, белковый продукт весьма калорийный. Окей, погнали. Вот так он выглядит. Очень такой плотненький. Две котлетки, яйцо, сыр. Очень аппетитно. Просто такая калорийная бомба на перекус. Ну что, погнали пробовать. Ну что, ребята, замечательно выглядит, замечательно пахнет. Вот такой вот сочный двойной маффин. Две котлетки, много сыра, яйцо и замечательные булочки. Давайте дегустировать, погнали. Вкуснейшая свининка. Замечательный сыр, его много. Очень вкусное яйцо и замечательные булочки, маффины. Мне очень нравится это блюдо. Единственный момент, неприятно, что его можно купить только до 10 утра. Не всегда это получается удобно. Вот, мне кажется, если бы его ввели меню на постоянку, ну, лично я бы брал его с удовольствием. Очень сытный, вкусный, калорийный. Если рассматривать как на завтрак, отличный вариант. Особенно рекомендую людям, парням, мужчинам, которые набирают массу и не могут набрать. Очень калорийная вещь, такие парочку закинули, у вас уже почти 3000 калорий. Запили сахарком и масса придет. По факту замечательный маффин, я его часто беру. Сытный, вкусный, недорогой. За свои деньги сейчас сильно бургеры подорожали. То есть это 200 с копейками рублей. Он стоит своих денег. Очень вкусно. Ну что, ребята, съел с удовольствием. Очень рекомендую. Однозначно оценка 5 баллов из 5. Очень вкусный маффин двойной. Шикарные котлеты, шикарная булочка, шикарное яйцо и сыр. Очень вкусно и недорого. Поэтому рекомендую, берите, не пожалеете. На этом все, спасибо за внимание. До новых встреч, также есть обзор на лимитированный флэш маршмеллоу, тоже топовый. Пока.